вдогонку к только что рассказанному к тому, что я говорил сейчас о перспективных кандидатах, так называемых, хочу просто рассказать историю, которую рассказал Марк Ярнелл, автор знаменитой книги «Ваш первый год в сетевом маркетинге». Мне кажется, эта история очень такая впечатляющая, я очень часто рассказываю, и здесь уже на этом блоге она звучала, мне кажется, не раз, но тем не менее, вот в сочетании с предыдущим материалом, это, возможно, кому-то поможет. Он говорит, что многие люди делают ошибку, когда зацикливаются на так называемом перспективном партнере, кандидате. Ну, в данном случае речь идет о партнере. Никто не знает, что произойдет с этим человеком. Никто не знает, только Бог знает. И вот он рассказывает. Я однажды познакомился с человеком, который показался мне очень перспективным. Очень перспективным для моего бизнеса, для моей организации. Ну, во-первых, он был зрелого возраста, ему было 40 лет, он уже взрослый человек состоявшийся. У него было два образования, одно из них дипломатическое, он работал дипломатом. У него хорошее знание языков, связи по всему миру, он очень контактный, коммуникабельный, симпатичный, такой обаятельный человек, который просто в него трудно не влюбиться. И что немаловажно, у него был в жизни такой этап, когда он остро нуждался в деньгах. У него была повышенная мотивация к зарабатыванию денег. Все это вместе, когда я с ним разговаривал, давало мне основание предположить, что это будет у меня очень перспективный партнер. Он выслушал меня, видел Марк Ярну рассказ, увидел, какие у меня результаты, как я живу, что я миллионер. Сетевик, миллионер, очень удивился, что этот бизнес дает такие результаты, что так легко все это делается, что никаких инвестиций нет, что... Ну, в общем, он был просто потрясен теми возможностями, которые открыл ему. Значит, я ему открыл, рассказываю ему, делаю презентацию своей компании. Он немедленно включился в бизнес и так рьяно взялся. Я потирал руки от того, что я подцепил такую акулу бизнеса. Он проработал очень эффективно, проработал 2 или 3 месяца. Подписывал много людей и вдруг исчез. Вдруг куда-то как растворился, как будто волной смыло. Вот был и нету. Я долго думал, говорит этот парень, Марк Ярну, долго думал, в чем дело, почему, какая причина. Ведь этот человек мог бы через год, два, три уже быть просто абсолютно свободным в финансовом смысле человеком. Просто он мог бы зарабатывать миллионы здесь, с его-то данными, работоспособностью. Нет, он куда-то делся. Почему? Загадка природы. Ну, я могу на эту тему порассуждать. Люди такого уровня, им очень тяжело удержаться в бизнесе. В нашем. Гордыня. Окружение соответствующее. Отсутствие глубокого, проникновенного такого понимания, как устроен этот бизнес, в чем его идея генеральная. Неспособность смириться, смирить свою гордыню и действовать просто. Уж очень просто все. Уж как-то примитивно. Смириться до такого состояния, чтобы тебя сравнивали с дистрибьютором, глупых дистрибьюторов, которые кульками бегают по офисам моря, и когда твои знакомые из твоего окружения, такие же, как и ты, дипломаты, говорят, и ты с кульком бегаешь, как этот дистрибьютор, выбивает человека из колеи. Смирение нужно. Нужно хорошо понимать, где ты находишься. И смириться до такого состояния, чтобы терпеть насмешки. Или непонимание людей из числа своих друзей и близких, которые ничего не знают об этом. Я думаю, что, скорее всего, по этой причине окружение с трудом воспринимает. Люди привыкли к другому. Люди по-другому видят мир, по-другому понимают, как надо зарабатывать деньги. Они живут в другой среде, и когда им рассказывают о том, что
Вот так вот делаются большие деньги. Они не готовы бы поверить, но сталкиваясь с реальностью, они, сталкиваясь вот с конкретными вещами, они не могут выдержать вот негативного отношения своего окружения. Им не хватает мотивации, им не хватает... Короче, гордыня не позволяет им продержаться в трудные времена, когда еще нет результатов. Когда уже у тебя миллионы, плевать, что там говорят твои знакомые. А вот на первоначальном этапе, первый месяц, даже успешно начинается бизнес, очень трудно удерживаться. И ты занимаешься этой хренью? 2, 3, 4, 5 раз услышишь такое? И если в тебе нет стержня, который выковывается из глубинного такого осознания сути MLM-бизнеса, то трудно. Вот этот вот дипломат, такой крутой и перспективный кандидат, и свалил. А мог бы. А нет. И вся перспективность слетела в унитаз. И другая история вдогонку к этой. Тот же Марк Ярнелл рассказывает, говорит, я в противовес как бы. Я исповедую принцип, все, кто меня окружают, все, с кем я вступаю в контакт, так или иначе должны узнать о моем бизнесе. А уж дело их, будут они этим заниматься или нет, они сами примут решение. Но я никого не ограждаю от этой информации. И я не позволяю себе набраться наглости, нахальства и не допускать людей к такому замечательному источнику денег. Я не закрываю дорогу никому, я честно, открыто всем рассказываю. Это мой принцип. И однажды, говорит, я находился у себя в доме, моя старая домработница, женщина, которая много лет у меня работала, вдруг задала неожиданно мне вопрос. Она говорит, мистер Ярно, вот вы такой богатый, такой успешный, такой крутой. А я вот у вас много так лет работаю, и так и не знаю, а чем вы занимаетесь? Вы ходите в джинсах, значит, у вас такие дорогущие машины, вы так живете, никогда не бываете ни на работу, никуда не ходите. Что вы делаете? И мне вот просто интересно. И вдруг до меня дошло. Говорит он, я нарушил принцип, я этой женщине не рассказал о своем бизнесе. А другая мысль говорит, да она же просто уборщица у меня. Она же просто полы мне тут протирает. И я заткнул свою дурацкую гордыню в одно место. Говорю, ну-ка садись, дорогая. Посадил ее за стол. И я ей за 20-30 минут рассказал обычную презентацию своего бизнеса. Сделал ей презентацию. Она выслушала меня внимательно и говорит, а можно я попробую? И я подумал, ну вот, была хорошая домработница, потерял. И действительно, он ее потерял, потому что она через несколько лет была уже миллионершей. У нее, она так интенсивно начала работать, и так ловко у нее все получалось, как-то так по-простому. И люди так много и часто у нее записывали в бизнес, что у нее бизнес перекинулся каким-то образом в Японию, и у нее развилась очень большая японская ветка в этом бизнесе. И она стала много зарабатывать денег. И она ездила в Японию к своим дистрибьюторам, они ее приглашали, там благоговейно встречали ее, она делала там им тренинги, выглядела она там совершенно как звезда. Она была такой взрослой дамой, бизнес-вумен, быстро поменяла привычки, одежду, еду, машины, дома, квартиры, место жительства и стала процветающей женщиной. Никто никогда не сказал бы этому опытнейшему миллионеру-сетевику, и он бы сам никогда бы не додумался, что вот из такого человека может получиться MLM-звезда, звезда-сетевик. Где ее перспективность? Никто не знает. Одному Богу ведомо. Поэтому даже не парьтесь, даже в голову не берите, работайте, перебирайте людей всем подряд, рассказывайте об этом бизнесе. Тем более, что сегодня времена поменялись, мы работаем в интернете, и всего-то навсего надо научиться заводить людей на свой сайт.
Вот и все. А дальше уже система инструментов, спикерство, продуманное изложение материала доведет их до ума. Так что от больших денег вас отделяет просто какие-то жалкие недели, месяцы, там, может, пару лет. Серьезная работа. И больше ничего. Я желаю вам удачи. До свидания.